6 апреля в Омском велотреке прошло торжественное открытие 10-го всероссийского турнира по боксу класса имени двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко. Несколько дней на ринге будут соперничать более 80 спортсменов из 18 регионов нашей страны. Наш регион гордится таким спортсменом, как Алексей Тищенко. Действительно, это настоящий самородок. Нам очень повезло, что по настоящему поколению есть на кого равняться. Сегодня у нас 10-й юбилейный турнир. Мы надеемся, что традиция будет продолжаться, что на этом турнире будут появляться новые чемпионы, и они когда-нибудь повторят путь Алексея и также смогут подняться на вершину Олимпа. Всех поздравляю с началом соревнований. Уверен, что и в этом году турнир пройдет достойно, будет много интересных, ярких и зрелищных боев. Есть ребята, которые и в прошлом году выступали, побеждали. Я надеюсь, что и в этом году у них получится выиграть, и они смогут выполнить норматив мастера спорта. В общем, добрый путь. В первый день состоялись 9 боев. Стартовые поединки выиграли 2 омских боксера – Куат Жумабеков и Рашид Мамадалиев. Цель самая максимальная – стать мастером спорта. Выиграть все свои 4 боя. Была хорошая тактика. Я вбил передней рукой в корпус, встречал соперника. Когда он бил левого, я встречал правой в корпус. Ну и ловил соперника на его атаках, контратаковал, и получалось все. Успешно начали турнир спортсмены еще 2 регионов – республики Саха-Якутия и Алтайского края. Очень престижный турнир. Насчет тактики особо соперника не знали, и навязать свой бокс было. Атака, еще раз атака. Предварительные поединки турнира будут проходить несколько дней. Финальные бои состоятся 10 апреля. Начало в 15:00.